Отец наш Небесный, помоги нам оценить тот факт, что Ты спасаешь грешников. Во имя Иисуса. Аминь. Во дворце в Фивах, в Карнаке, Лукор, жили два человека. Имя одного было Моисей, а другого звали Тутмос III. Моисей был приемным сыном Хатшепсут. Тутмос III был законным сыном Тутмоса II, супруга Хатшепсут. Было ли предложено Моисею стать царем Египта? Да, у него было две возможности. Как он отреагировал на величайшую честь того времени, которая была ему предоставлена? Вы знаете ведь, что иногда человек желает иметь власть, иметь определенное положение. В послании к евреям 11, стихи 24-26 сказано: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался». В греческом использован глагол в форме, означающей предположительное действие, то есть он отказывался. Он отказывался называться сыном дочери фараоновой, то есть быть царской крови, и лучше захотел страдать с народом Божиим, вы только послушайте это, нежели иметь временное греховное наслаждение. Видите, грех – это временное наслаждение. Запомните это. «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние. Он видел восхождение того, кто был еще до него. Он выбрал временное бедствие вместо временной славы». Но временное несчастье стало в итоге вечной славой. Он просто не мог стать мумией, простой мумией в Каирском музее. Но он сделал куда более лучший выбор. Что стало с Моисеем после того, как он умер на горе Небо? Он умер в объятиях Христа. Он был погребен в том месте, где Илья был вознесен на небо живым. Тутмос III был, в конце концов, возведен на трон священниками Амона и стал соправителем с Хатшепсут в 1504 году до Рождества Христова. Их совместное правление закончилось в 1488 году, когда Тутмос III убил Хатшепсут. Это случилось после того, как Моисей убежал. Вы можете представить себе эмоциональную ситуацию, когда эти два человека встретились снова спустя 40 лет? Что произошло, когда фараон отказался отпустить Израиля? Исход 7, стихи 17-18. Так говорит Господь: «Из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки». Я пропущу несколько глав, но, пожалуйста, прочитайте исход, начиная с первой главы и до 16 главы. Замечательная история. Как поступил фараон, когда его впервые попросили отпустить народ Израиля? Бытие, глава 5, стих 1-2. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: так говорит Господь, Бог Израиля, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал: кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Ты понимаешь меня, Моисей? Я не знаю твоего Бога. И сказал Господь Моисею: завтра встань рано утром и явись пред лицо фараона и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев.
«Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Почему Бог хотел послать язвы, бедствия? Не должен ли он был отказаться? Стих 14. «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле». Если фараон не принял Бога во времена радости и счастья, то Бог поможет ему найти Бога в трудные времена, принять Бога. Какова была цель этих язв, этих бедствий? Они были для спасения фараона? Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А заботился ли Бог о фараоне? Да, он заботился о Тутмосе III. Он заботился о каждом из нас, потому что он наш Создатель. Он хочет, чтобы мы все спаслись. У него нет любимчиков. Он стучится во все сердца, чтобы сказать, что спасение предназначено для всех людей. Давайте посмотрим, как Бог пытался завоевать сердце самого могущественного фараона на египетском троне. Разве мы не открываем для себя новые стороны Божьей любви в истории сошествия язв? Он хочет спасти нас, не уничтожить. Он не желает уничтожать людей, но хочет спасти их. Он также желает, чтобы люди больше не верили в силу и защиту своих фальшивых богов. Он хочет дать нам нечто лучшее. Все дело в поклонении. А кому вы поклоняетесь? Каждый раз, когда я приезжал на Нил, в Египет, мои мысли уносились во времена, когда Моисей встретил фараона на речных берегах. Кстати, а что он делал на берегу Нила? Как вы думаете? Исход, глава 7, стих 19. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян. На реки их, в Египте много каналов, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь». Кровь? Да, кровь. «И будет кровь по всей земле египетской и в деревянных и в каменных сосудах». Как вы думаете, что фараон подумал, когда Моисей сказал это? Мне кажется, он подумал, какая бессмыслица, какая глупость. О, пожалуйста, мой Бог, который не изменяется, я поклоняюсь тебе. Стих 20. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его. И вся вода в реке превратилась в кровь». Вы можете поверить в то, что говорит Библия? Стихи 21-22. «И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточило сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь». Думаете, Бог предоставит им еще один шанс? Бог дает нам с вами еще один шанс. Он хочет спасти нас. Стихи 23-25. «И обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось, и сим». Бог хотел, чтобы сердце его тронулось. «И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку». 7 дней. Способы, которыми Бог пытается спасти грешников, таких как мы с вами, просто потрясающие. Я процитирую лучшие комментарии истории Исхода.
Моисей и Аарон получили указание прийти на берег реки следующим утром, куда имел привычку приходить фараон, для того, чтобы помолиться. Поскольку поток Нила был источником пищи и благосостояния для всего Египта, то реке поклонялись как Богу, и этого Бога звали Хапи или Уру. И монарх приходил сюда ежедневно для молитвы. Сколько раз он ходил к Нилу? Каждый день, ежедневно. Запомните это. Мы еще встретим это, продолжая изучать 10 яз. Итак, каждый день он поклонялся Нилу. Здесь два брата вновь передали ему сообщение, а затем они протянули жезл и ударили по воде. Священный поток Хапи стал красным, как кровь. Рыба погибла, всплыла на поверхность, а река стала отвратительно пахнуть. Вода в домах, запасенная в сосудах, также превратилась в кровь. Бедствие продолжалось 7 дней, но безрезультатно. Мне самому не нужны археологические доказательства, чтобы удостовериться в истинности Библии, но я ценю открытия, которые подтверждают мою веру в эту замечательную книгу. Так что позвольте мне показать, что было найдено в египетской литературе. Давайте проследуем по этим знакам. Если ехать прямо, мы приедем в Каир. Налево будет Суэц. Вот мы и приехали на Суэцкий канал. Добро пожаловать в Египет. Это Исмаилия. Чудесно открывать для себя новые места. А это одно из больших озер. А внутри этого здания находится музей Исмаилии. И здесь сделано фантастическое открытие, которое проливает свет на историю исхода, историю язв. Давайте посмотрим на это открытие. В 19 веке археологи обнаружили кусок черного гранита Эль-Ариш, расположенном на Синайском полуострове. Местные жители использовали этот гранит как емкость для воды. Когда археологи впервые увидели его, они обнаружили вырезанные на всей поверхности гранита иероглифы. Несмотря на то, что с одной стороны текст был почти уничтожен, на других сторонах он все еще был читаем. Если здесь упоминание об исходе, я буду ссылаться на этот документ, на этот гранит, несколько раз во время лекции. Разве была только одна гробница в Эль-Ариш, которая рассказывает об ураганах, темноте, последствиях преследований египтянами беглых рабов, после чего его величество попал в круговорот, был поднят могучей силой, и это было достаточно для того, чтобы вознести хвалу Богу? Несмотря на то, что некоторые события, связанные с исходом, запечатлены, о первом бедствии, о первой язве упоминаний на границе Эль-Ариша нет. Давайте продолжим наше исследование и зайдем в гробницу Тутмоса III. Здесь мы видим описание гробницы. Его правление началось в 1504 году до Рождества Христова и закончилось в 1450 году. Я уже говорил об этом. И здесь вы видите Красное море, которое расступается прямо внутри этой гробницы. Текст подробно рассказывает о благословенных утопленниках в этой воде, а также о желании, чтобы могучие водные силы вытолкнули на берег их тела для последующей мумификации с целью прохода в загробную жизнь. В Андуат нет ни одного описания о первой язве, о первом бедствии. Это последние 12 часов жизни фараона. Итак, где израильтяне пересекли границу с Египтом? Позвольте
возбудить ваше любопытство. Я нашел это место. Я верю, что я нашел. Для этого я использовал в поисках своих три источника. Вот здесь мы ехали вдоль Суэцкого канала, рядом с Красным морем. Мы проезжали через эту гору. И что мы здесь заметили? Эта гора стоит рядом с морем. И она преграждает наш путь. Пожалуйста, не пропустите нашу следующую лекцию. И я также сделал снимок этого места с самолета, который летел из Каира в Оман. Мы проверим три источника информации для установления точки пересечения. И я думаю, вам это будет интересно. Давайте продолжим поиск археологических свидетельств первой язвы. На Национальном археологическом музее в Лейдене, это Нидерланды, находится папирус Ипувера. Вы можете проверить это в интернете. Сам манускрипт был обнаружен в Мемфисе. Это была одна из столиц Египта. То есть, одна была в Мемфисе в свое время, вторая была в Фивах. Древний рассказ называется «Предостережение Ипувера» или «Диалог Ипувера с Господом всего». В папирусе Ипувер описан, Египет описан в состоянии природных катаклизмов и в состоянии хаоса. Это мир, поставленный вверх ногами, где бедный становится богатым, послушайте это, а богатый – бедняком. Вы можете соотнести это с историей исхода, а войны, голод и смерть повсюду, то есть смертельные язвы, град. Здесь описаны жалобы на то, что слуги оставили свою работу и ведут себя по-бунтарски. Вы видите историю исхода в Ипуверском папирусе? В манускрипте описаны ужасные бедствия в Египте. Голод. Ведь град уничтожил посевы. Засуха. Бегство рабов с богатством египтян. И смерть по всей земле. Вы можете сами обнаружить это, если почитаете о 10 язвах. Папирус был написан египтянином по имени Ипувер и представляет собой свидетельство бедствий перед исходом, записанное среднестатистическим египтянином. Это было замечательное открытие. Позвольте мне процитировать из документа Ипувера. «Язвы по всей земле». Здесь он описывает свои биографические данные. Кровь повсюду. Река представляет собой кровь. Обожаю археологию. В Библии сказано, что река превратилась в кровь. И Ипувер говорит, да, это так. И мы подтверждаем библейский факт. Есть ли еще какие внебиблейские свидетельства о превращении воды в кровь? Да. Давайте с вами взглянем на открытие, сделанное в могиле Сети I. Это один из фараонов, он был похоронен в долине царей. И здесь мы можем прочитать иероглифы. Этот документ называется «Уничтожение человечества». Некоторые исследователи говорят, что это уничтожение египетского народа. Но чтобы смягчить все, они назвали это «Уничтожение человечества». Что здесь сказано? Есть ли здесь упоминание о первой язве? Да. Ло, сердца жестоки. Язва поразила всю землю. Повсюду кровь. И нет числа мертвых. Гора мертвецов от первой язвы. Если бы вы были фараоном, как бы вы определили эффективность своего поклонения Богу Хапи? Вы ведь молились Хапи, и Хапи разочаровал вас, он превратил все в кровь. Будете ли вы дальше верить в этого Бога? Этот Бог пытался сказать фараону, что он любящий и изменяющийся Бог. Справедливый Бог, верь в меня.
Хаппи представлял собой Бога, производящего жизнь. Однако теперь он стал немощным, потому что вода превратилась в кровь. Хаппи был очень важным божеством для любого живущего в долине Нила. Он был богом Нила, в особенности богом наводнения. Его последователи поклонялись ему даже больше, чем богу Ра, богу Солнца. В конце концов, без Солнца египтяне жили бы в темноте, но без Нила египтяне погибли бы. Итак, это был очень важный бог. Египтяне верили, что источником Нила, Хаппи, является два источника около острова Элефантина. Я был там, и там обнаружены совершенно поразительные документы. Кстати, некоторые евреи времен Еремии поселились там. Считалось, что Нил сначала течет по подземному царству, затем по небесам, затем по Египту. Он был ответственен за орошение лугов и полей. Но самое важное, что он приносил плодородное наводнение. Он обеспечивал едой и водой для пропитания, а также для жертвоприношений другим богам. И как плодородный бог, он ассоциировался с Осирисом. Итак, Хаппи был очень важным египетским богом. А у вас в жизни есть важные боги? Они разочаруют вас. Но бог Библии постоянен. Предполагалось, что этот бог Хаппи является постоянным, который производит жизнь. А теперь он стал немощным, потому что вдруг вода превратилась в кровь. Как отреагировал на это фараон? Моисей, о Моисей, я раскаиваюсь, и я отдаю свое сердце в руки твоего Бога. Мне бы хотелось, чтобы так было, как другие цари древности, которые раскаялись. Как Ахинатон и Нефертити, которые раскаялись и стали монотеистами. Как Хатшепсут, приемная мать Моисея. Можно заключить, что Божье спасение в Исходе объясняет прошлое Израиля, дает смысл его настоящему и надежду будущему, зажигает историю Христа и первых христиан, является обещанием окончательной победы Церкви над злом. Если вы будете внимательно читать Библию, вы будете удивлены, сколько есть ссылок на историю Исхода. Это была величайшая история спасения во всей библейской истории. И мне кажется, что очень важно изучить, что произошло здесь. Своей первой язвой Бог уничтожил Хаппи как Бога. Какую точку отсчета он хотел положить этому? Он хотел сказать, что он лучший Бог. Не позвольте себя одурачить таким образом. А сейчас, что вы видите на этом египетском памятнике? Здесь вы видите трех лягушек. А вот здесь вы видите часовню лягушек. Вы можете поверить в это, что была часовня лягушек? В следующей нашей лекции мы узнаем больше о любви Бога к грешникам. И даже к очень сильным грешникам. И если вы не отдадите ему свое сердце, то ваше сердце будет становиться все тверже. И если он говорит с вами прямо сейчас, примите его заступничество и отдайте ему свое сердце. Отец наш Небесный, спасибо, что стучишься в наши сердца. Помоги нам открыть дверь и позволить тебе войти и навести порядок. Во имя Иисуса. Аминь.